А мы продолжаем вас знакомить с интересными продуктами, интересными компаниями. Здравствуйте, давайте знакомиться. Добрый день, меня зовут Александр, и я представляю компанию Essence Lab. Это российская компания, производитель ингредиентов для приготовления напитков. Расскажите, пожалуйста, про какие напитки мы говорим? На сегодня наша компания предоставляет очень широкую палитру напитков. У нас разработано 17 линеек. Это чай, кофе, рафы, лимонады, милкшейки. И в каждой линейке есть от 10 до 50 вариантов. Плюс все они могут миксоваться между собой. То есть мы даем возможность нашим клиентам создать для себя такой уникальный продукт, которого нет больше нигде. И он будет бомбически крутой. Расскажите, это экстракты из чего? Из чего мы делаем эту вкусноту? Мы используем разные экстракты натуральные. Это ягоды, это травы, фрукты. Как правило, это сырье либо российских поставщиков. Мы используем производителей из Сибири, либо это европейские компании. Замечательно. На нашу выставку вы пришли, я так понимаю, увидеть инвестиции и масштабироваться. Да, совершенно верно. В данный момент мы видим, что мы нашли тот продукт, который востребован на рынке, и он очень хорошо заходит, потому что сегодня им интересуются такие гранды, как Роснефть, Лукойл, это крупнейшие сети кафе, Кофелайк, Кофикс и так далее. И мы видим, что, найдя этот продукт, мы можем нести в массы гораздо больший объем этих напитков и вместе с ними того удовольствия, которое получают люди. Для этого нам нужно построить современное производство, чтобы обрабатывать все эти заказы. И для этого нам нужен инвестор, который не просто хочет вложить деньги, но и сделать еще больше людей счастливыми на всем мире. Я надеюсь, у вас это получится, потому что вы рассказываете очень вкусно, и надеюсь, что каждый рядовой покупатель сможет оценить по достоинству ваш продукт. Пожелаю вам удачи, надеюсь, до встречи в следующем году, где будете рассказывать уже про свои успехи по масштабированию. Спасибо большое за приглашение на интервью. Удачи, друзья!